Всем привет! Сегодня хочу вам показать классный бальзам для губ от корейского бренда It Skin. Бальзам называется Macaron Lip Balm. Данный бальзам выпускается в 5 разных вариантах. У меня бальзам с клубничным и виноградным ароматом. Бальзам для губ с фруктовым ароматом в упаковке в виде французских печенек макарон. Бальзам содержит витамины А, Е и С, масло ши и экстракт какао. Все для того, чтобы питать и увлажнять кожу губ. Ну что, давайте открывать. Начну, наверное, с виноградного. Бальзамчик приехал в такой пластиковой коробочке. На дне коробочки имеется информация о дате изготовления. Упаковка очень милая, нежно-сиреневого цвета, чисто для девочек дизайн. Открывается очень легко, сразу ощущается аромат винограда, очень сладкий, очень яркий. Неудобно, что в комплекте не предусмотрена какая-либо ложечка для нанесения, спонжик. Придется лезть туда пальцем. По текстуре данный бальзам напоминает воск. Он не растекается, он остается твердым. Бальзам совсем не дает цвета и придает эффект натуральных ухоженных губ. Ну а теперь покажу вам бальзам с клубничным ароматом. Он очень приятно ложится в руку. Смотрите, какие они классные, какие нежные. Необычный дизайн, очень симпатичный. Клубничный бальзамчик имеет нежный клубничный аромат. В упаковке он, смотрите, такого розового цвета, да? Однако он такой же бесцветный и лишь придает блеск губам. Если бальзам случайно попадет на язык, то никаких неприятных впечатлений он не оставит. По вкусу он даже немножко такой сладковатый. Конечно, для улицы или поездок этот бальзам не самый лучший вариант, так как в него нужно лезть пальцем, чтобы нанести его на губы. Но за его вид, упаковку и аромат я готова простить ему эти недостатки. Плюсом бальзама я также отнесу невысокую цену и то, что его необычная упаковка идеальна для небольшого презента. Ну а мой обзор на этом завершен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а я прощаюсь с вами до следующего видео. Будьте красивы, пока-пока!